Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. У нас тепло, у нас хорошо. Плюс 6 сегодня обещается. Можно было бы, наверное, конечно, и шапочку снять, пофраериться. Но знаете что, вот прежде чем совершить какое-то действие, всегда думайте не только о себе, но и о своих родных и близких. У меня дети, поэтому я думаю и о них. Вот это вот тепло, оно, конечно, такое, знаете, обманчивое может быть. Вот как я немножко даже пофилософствовал. Так, друзья, пригласил вас в жилой комплекс «Вега» показать однокомнатную квартиру, которая у нас появилась на продажу. Квартира хорошая, не дешевая, сразу скажу. Те, у кого 1,5, 2 и даже 2,5 миллиона, можете дальше это видео не смотреть. Квартира действительно не дешевая, но она действительно стоит своих денег, скажем так. Объясню почему. Давайте сначала немножко прогуляемся по придомовой территории. И, собственно говоря, я вам уже потом расскажу все плюсы, все минусы, ну, как обычно, да, как обычно это бывает. И попытаюсь обосновать цену, почему же наша квартира стоит именно тех денег. Так, давайте, наверное, начнем, как обычно, с придомовой территории. В шаговой доступности у нас, начинаю уже немножко обосновывать цену, так сказать, да, в шаговой доступности у нас две школы, 99-я, 95-я, гипермаркет «Линия», торгово-развлекательный комплекс «Арена», конечная остановка общественного транспорта, то есть все-все-все вот это в шаговой доступности, все блага цивилизации, так сказать. Это все у нас есть. Ну, с парковочными местами все как обычно. Даже, наверное, не стоит на это внимание особо акцентировать. Все не очень хорошо с парковочными местами. Благоустройство территории, ну, вроде бы выполняется. Вот так выглядит наш домик. Так, про плюсы месторасположения уже вам рассказал. И плюс у нас в квартире сделан действительно такой хороший ремонт. Да что ж такое, только начинаешь снимать, начинают все звонить, всем сразу нужен. Пусть весь мир подождет. У нас дело поважнее. Так, снежок у нас тает, уже практически все растаяло. Артезианский источник, пожалуйста, вам какой-то тут. Да, друзья, магазин «Магнит», прямо вот он, пожалуйста, «Магнит» у дома. Вот наш дом, вот магазин «Магнит». Вот обратите внимание, с левой стороны у нас комплекс «Северная корона». Там дальше, вот видите, торчит у нас жилой комплекс «Невский» от компании «Выбор». Какие-то административные здания. И там дальше у нас, видите, вон тот зелененький, это у нас жилой комплекс «Эльбрус» от строительной компании «Выбор». Жилой комплекс тоже сдан. То есть все вот эти вот новостройки, окружение у вас здесь такое вот относительно свежее, все дома будут. То есть нет такого, знаете, старый-старый фонд какой-то там, да, может быть, хрущевки, брежневки, либо в лучшем случае чешки, и хоп, такой новый дом вырос. Нет, здесь в основном такие вот дома все свеженькие в окружении у вас. Что-то раскопали там непонятно, что-то делают. То есть, в принципе, место действительно такое прям вот неплохое. И паркинг, пожалуйста, у нас есть. Кому надо, может купить здесь себе парковочное место. Но если здесь мест не будет вам хватать, а их вам здесь, скорее всего, наверное, хватать не будет, то можно заморочиться и купить. Вот, пожалуйста, паркинг, рассрочка 0%, тест-драйв. 450 тысяч рублей машина, место. Платежи ежемесячно, коммуналка 750, рассрочка на 2 года. Тест-драйв для жителей Веги, бесплатный паркинг в течение 1 месяца. Срок может быть изменен в сторону увеличения. И, пожалуйста, вот вам телефончики. Можете потестировать, нужен вам паркинг или не нужен. Вот какая-то спортивная площадочка. Детишки забежали поиграть. То есть, в принципе, все неплохо. Так, подъезд, друзья. 2 лифта. Почтовые ящички. Так, как обычно, начинаем мы с вами от входной двери. Вот такой вот коридорчик. 40 метров общая площадь квартиры, 40 метров общая, 20 жилая, 20 метров комната и 10 метров кухня. Планировочка действительно достаточно интересная, но обо всем по порядку. Качественная заводская металлическая дверь с заводским замком. Так, сразу здесь вот санузел. Прямо кухня, и туда у нас пошла уже комната. Давайте по порядочку и пойдем. Так, двери, обратите внимание, неплохие достаточно. Друзья, значит, все, что вы здесь увидите, мебель, бытовая техника, все входит в стоимость квартиры. Это, скажем так, еще одно обоснование, плюс к тому, что я уже сказал выше, это место расположения.
Это обоснование нашей цены, скажем так, да? Это квартира из разряда «заезжай и живи». Ничего особо сделать здесь не нужно. Все сделано вполне себе неплохо. Значит, смотрите, плитка. Настенная плитка. Может быть, не самая дорогая, но и не дешевая. Потолок глянец с точечными светильниками. Все прям действительно достойно. Кухня, как уже сказал, выше 10 квадратных метров. Такой четкий ровный квадрат, прям реально четкий ровный. Напоминаю, вся мебель, вся бытовая техника, все, что вы здесь видите, все у нас останется в этой квартире. Стиральная машинка Electrolux, посудомоечная машина Bosch на 9 комплектов, холодильник двухкамерный. Давайте посмотрим. Угу. Холодильничек. Ну и помимо всего этого прочего, видите, кухонка. Электрическая плита, естественно. У нас 9 этаж 17-этажного дома. Все, что свыше 10 этажей, это у нас обязательно идет электричество. Газ уже запрещен. Натяжной потолок. Сатин. Светодиодные лампы. Все достаточно прям так неплохо, хорошо сделано, приятно. Телевизор небольшой, пожалуйста, тоже вам. Розеточки, смотрите, выведены для чайника, микроволновки. Все, что нужно. Так, и выходим с вами на лоджию. Лоджия здесь. Здесь просто линолеум бросили. И вот эти окошечки, друзья, это не от застройщика, это уже, собственно говоря, стеклили сами. Остекление лоджии делали уже сами, качественными материалами. То есть это не от застройщика. Так, куда у нас там вид получается? Вид у нас во двор. Вот, собственно говоря, можете оценить видовые характеристики. Ну вот нет такого окна в окна, да? То есть вот четко по центру у нас смотрят. В принципе, неплохо. И идем дальше. Комната у нас с вами осталась. Вот такая арочка сделана. Шкаф-купе. Тоже классная штука. Здорово, да? Вот вы зашли. И вот сюда все вещи свои. Это нужная штука. Вообще планировка на самом деле интересная. Для 40 квадратных метров. Вот видите, даже подписана москитная сетка на балкон. Для 40 квадратных метров прям вот очень классная планировка на самом деле. Прям здоровская. 10 кухня и 20 метров комната. Теперь переходим в саму комнату. Пол, обращаем внимание, полукоммерческий линолеум. Вот все-все-все, также обращаю ваше внимание, диванчик. Телевизор еще один, да? Столик, вот такой столик. То есть это все. Картину, пожалуйста, смотрите, какая красота это все. Это все будет ваше, друзья. И опа! Смотрите, какая интересная планировка. Вот на самом деле. Это ниша называется. Вот здесь стоит еще у нас кровать с ортопедическим матрасом. Также натяжной потолок сатин с точечными светильниками. Вот на самом деле все очень-очень даже неплохо. Повторюсь, 40 метров общая площадь, 20 жилая, 20 метров комната и 10 кухня. Для однушки 40 квадратов это прям очень классная планировка. Шкаф-купе, пожалуйста. То есть все прям вот уместилось на 40 квадратных метров. И, пожалуйста, вам даже два спальных места. Ну, тут оно, знаете, как по зонам разделено. Раньше эта квартира у нас сдавалась. То есть вот она была, спальная зона, пожалуйста. И тут такая зона, как бы посидеть, посмотреть телевизор, попить чайку. То есть очень все прям даже, прям неплохо распланировано, раззонировано. Прям мне очень нравится на самом деле. Да, друзья, еще чего не сказал, еще что забыл. Вот здесь вот короб из гипсокартона. Вот там под плиткой короб из гипсокартона. И там проходит стояк. И стояк у нас обернут материалом,
шумоизоляционным материалом, чтобы, ну, как бы, чтобы вы не слышали, да, ваших соседей сверху. Все вот эти вот движения, знаете, все движения ваших соседей слышно вот как раз-таки по этому стояку. Чего они там делают, сколько они раз это делают. Я имею в виду, естественно, ходят в туалет, да, я, конечно же, про это. Вот здесь даже вот с этим заморочились и даже это сделали. Да, друзья, и теперь переходим мы с вами к вопросу цены. Сколько же стоит наша вот эта квартира? Состояние вы видели, состояние ремонта, мебель, бытовую технику, то есть все, что здесь видите, это все здесь в квартире остается. Значит, как уже сказал, эта квартира у нас сдавалась в аренду, сдавалась дорого на самом деле. Вот на самом деле дорого, это просто вот разрыв шаблона. Вы знаете мое отношение в связи с... Даже видео снял на эту тему, да, что как бы я не очень сторонник, честно говоря, сдачи квартиры в аренду, то есть покупка квартиры и сдачи ее в последующую аренду. Вот тут прям вот действительно разрыв шаблона. То есть вот эту однокомнатную квартиру сдавали на долгосрочную аренду, не на месяц, там, не посуточно, а вот именно в долгосрочную аренду сдавали за 16+, друзья. 16 тысяч плюс коммунальные услуги. И она довольно успешно сдавалась. У собственников не одна такая квартира в этом доме, они вот именно занимаются этим арендным бизнесом. И последующие другие у них квартиры тоже примерно в таком же состоянии, тоже они сдают их по 16 тысяч рублей. Ну, как бы, понятное дело, да, что в этом же доме наверняка, я, честно говоря, не смотрел, есть квартиры в аренду тысяч по 12. Но я на самом деле не думал, что можно здесь вот в этом доме сдать дороже, чем тысяч за 12. Но обратите внимание на состояние ремонта, бытовой техники, мебели. То есть, да, человек действительно потратился. Он потратился, сделал хороший качественный ремонт, соответственно, и получал хорошие вменяемые деньги со сдачи квартиры в аренду. То есть вы должны примерно понимать, да, что здесь как бы делалось не на отвали, делалось все хорошо, качественно. Поэтому, собственно говоря, вот так. И цена нашей квартиры, вот со всем, что вы здесь видите, 2 миллиона 700 тысяч рублей. На мой взгляд, цена прям вот на самом деле адекватная. То есть она соответствует тому, что вы здесь видите. Вот поспорьте со мной в комментариях, я вам уже привел доводы, то есть попытался обосновать, почему такая цена. Я вам рассказал про инфраструктуру района, действительно в шаговой доступности есть все. Прям вот хорошее место для вашей дальнейшей жизни. И если у вас вообще ничего нет, вот вы едете там с другого города, не знаю, с севера к нам активно едут, Казахстан к нам активно едут, и у людей вообще нифига нет, вот вообще ничего нет. Не все, далеко не все с собой везут какие-то контейнеры, какие-то вещи. Большинство продают или даже что-то оставляют там. Соответственно, вот этот идеальный вариант вам как раз-таки вот такая квартира в покупку. Потому что в любом случае вот это все покупать, да, кровати, диваны, телевизор, бытовую технику различную, то есть это все покупать, это все стоит очень немалых денег по нынешним временам. Поэтому здесь вот идеальный вариант как раз-таки для тех людей, кто ничего, во-первых, не хочет делать сам, либо не имеет такой возможности, либо не умеет, либо вот просто хочет заехать жить и вообще не париться и ничего не делать. Вот это для вас прям на самом деле идеальный вариант. 2 миллиона 700 тысяч рублей. По коммуналке, к сожалению, не подскажу все контакты специалиста, кто у нас этот объект недвижимости ведет. Как всегда, вы увидите под этим видео. Кому видео было интересно и полезно, ставьте лайки. Не забывайте, поддержите видео лайком. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Обязательно делайте. Прямо сейчас еще будет очень много различных обзоров и вторичной недвижимости, и новостроек. Пишите комментарии, все комментарии читаю, стараюсь отвечать, не на все, правда, да, нет просто времени, но я стараюсь на самом деле это делать. И наверное, все. Всем хорошего дня, хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал. Пока. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества.